Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Число переселенцев из ветхого жилья в России превысило 1 000 000 человек. Миллионным по счету россиянинам, получившим ключи от новой квартиры, накануне стал житель Дегтярска Свердловской области. За последние 10 лет в стране ликвидировано 16,5 миллионов квадратных метров аварийного жилфонда. Также было отремонтировано более 200 тысяч домов, сообщил зампред правительства России Дмитрий Казак. Он напомнил, что сейчас завершается федеральная программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Новые квартиры получают россияне, вставшие на учет до 1 января 2012 года. Дайджест недвижимости. Несколько помещений в аренду на конкурсной основе предлагает мэрия Кирова. Они принадлежат муниципальному предприятию «Латонские бани», уточняется на сайте горадминистрации. В списке объекты в Нововятском районе, поселке Новом на улице Менделеева. Самые крупные лоты – здание на Пролетарской, 17, это напротив центрального рынка, и дом 44 по улице Профсоюзной. На Пролетарской в аренду предлагают два помещения общей площадью свыше 500 квадратных метров. На Профсоюзной – 12 помещений площадью от 3 до 240 квадратов. Ознакомиться со списком объектов можно на сайте горадминистрации или по телефону 21 10 69. Дайджест недвижимости. Новые власти Мариэл не знают, что делать с копиями европейских зданий в столице региона. Объекты, возведенные в Вишкар-Оле при предыдущем главе республики Леониде Маркелове, местами недостроены, а кое-где уже разваливаются. Речь идет о масштабных постройках, копиях набережных Амстердама, Дама и Брюги, Венецианского дворца Дожей, памятника Флоренцо Великолепному и Грейс Келли с князем Ринье. Содержание объектов, на фоне которых любят фотографироваться и кировчане, создает колоссальные финансовые трудности, пожаловался в Рио главы республики Александр Евстифеев. Функциональное назначение многих зданий до сих пор не определено. В части из них разместились республиканские министерства и ведомства. Что касается недостроев, то они медленно разрушаются, и власти пока не могут определиться с тем, кто должен взять объекты на баланс. С одной стороны, бросать недострои недопустимо, на них истрачены бюджетные средства. При этом содержать здания за счет города слишком накладно. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.